Добрый вечер, люди добрые. Для нас это правда еще вечер, хотя и полночь. Потому что концерт будет сегодня продолжаться, как всегда, наверное, часов до 5, до 6. Будут петь все приехавшие еще почетные гости, члены жюри. Приехали очень-очень многие. И я хотел вам представить, что как вот и вчера программу на сцене гостиного двора будут вести Виталий Калашников, Денис Курышев. Ну и неизменный ведущий Виктор Забашт. И я предоставляю песенное слово Денису Курышеву. Ну, не надоело еще, как бы, за сегодня. Так, оп. Чуть не упало. Ну, аппаратура, так она падает. Она же с законами, как бы, физики дружит, поэтому падает, когда ей положено. Должно же что-то. Ну, не должно. Вот, вот так. Сейчас. Вот, вот это сюда поставим. Вот это вот сюда. Видите, оно так там нога у него свисает. Что? Господь велит, стоит Матрёна, глядит она в попа, а по все четыре стороны бесится толпа. Вольному воля, спасенному рай, миловал Бог, если сможешь, ступай. И молвила Матрёна мужикам, а я-то на пути. Кто не был со мной, говорит, мужики, тот с места не сходи. А ну, кто был у ручья, хоть раз за всю жизнь, возьми за руку жену, да сторонись. Ох, расступился коридор широк,
Пошла матерёнок солнышку да на восток, и никто не осмелился стать поперек. За что же это Бог матерёну берёг? Уж не за то ли, что кожа у матерёны смугла, что танцует у огня, в чем мать родила, что стройна она, как тополя, сильна, как волчица, за то, что никого на белом свете матерёна не боится, за то, что блажок, да что у синего ручья к ней бегают из города чужие мужья. Я наконец. Пожалуйста, группа. Микрофон, пожалуйста. Группа зрителей, пожалуйста, справа. Вы знаете, вот вы впереди стоите перед сценой, пожалуйста, присядьте. Вы мешаете смотреть тем, кто стоит сзади вас и сидит. Вот как. Поэтому, пожалуйста, если вы стоите впереди, пожалуйста, присядьте. Хорошо? Разобрались, нет? Пожалуйста, группа справа, группа поддержки, присядьте. А мне хочется пригласить на эту сцену не в полном составе, но хотя бы частично ансамбль «Бедные родственники» из города Курска, вот, с которыми нам удалось составить некий такой симбиотический конгломерат. Вот, и песня, в которой, я уже говорил, собраны все штампы авторской песни: «Лето», «Кухня», «Таракан на кухне», «Чай», «Возможность скорой удачной интимной близости», все это в одной песне. Называется она «Чайничек». Ох, беленая стена, чайничек с заваркою, ты пришла ко мне сама летней ночью жаркою. Месяц в форточку глядит, он освещает кухню, свечка плачет и коптит, и вот-вот потухнет. Утомленный таракан да по кастрюльке лазает. Что же значит весь роман этот одноразовый? Ох, сиреневая даль, пыльное окошечко, да утоли моя печаль, скромненькая кошечка. Как на шейке ручейком бьется жилка пьяная, обогрей меня грехом, придуши дыханием. Вот стаканчика края салою помадою, а вот кофточка твоя мимо стула падает. Как гореть потом в аду мне за эти плечи? И если сейчас с ума сойду, то пусть меня не лечат. Быстрый-быстрый шепоток бьется в тесной комнатке, словно ранний мотылек, а стекло оконное. Нет ни жизни, ни судьбы, ни греха, ни милости. Да с какой же ворожбы это все случилось? Ох, коротенькое лето в поцелуй длиною, да я не знаю, как все это сделалось со мною. Ты пришла ко мне сама летней ночью жаркою. Ох, беленая стена, чайничек с заваркою. Ох, беленая стена, чайничек с заваркою, чайничек с заваркою. Спасибо.